Приветствую всех на канале Мотковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 20 октября, и уже прошел месяц нашего контрольного уля, и мы пришли его снимать, как и обещали, каждые две недели. Сегодня на улице 20 октября, повторюсь, вот тут, конкретно тут, температура сейчас воздуха плюс 3 градуса. Там, где у нас тачок чуть-чуть выше находится на стройке, на возвышении, там ноль. Там вот в этих раковинах стоят на сегодняшний момент лед. Зачем это все говорю, друзья? Потому что ролики я вместе с вами смотрю, и мне надо понимать, помнить, какая ситуация, какая где погода, потому что видеожурнал намного легче вести, нежели видеодневник, нежели обычный дневник. И будем смотреть. Будем смотреть. Так, значит, в прошлый раз у нас, друзья, вес уля составил 32 килограмма ровно. Я потом, конечно, ради эксперимента, когда проливал пчел бипином, не бипином, а скоботоксом, мне было интересно, есть ли какой-то отход все-таки пчел, будет ли он существенный. Я выставил улей на определенный вес, я точно не помню, я его пролил. И на утро прошел проверить, была ли вот такая особь, чтобы было заметно по соотношению к весам, чтобы прям пропало там 200-100 грамм, я не знаю. Ничего такого не пропало, улик стал немного легче. Но, друзья, в течение месяца пропадает вес уля ориентировочно килограмм, а то и первый месяц пропадет около, исходя из прошлых годов, пропадал на килограмм 300, на килограмм 250. Соответственно, на какую-то часть он стал легче. Ну, например, если килограмм 300 на 30 дней, это около 40 грамм. А у меня он похудал где-то около, вроде бы, так и было, около 50 грамм. Соответственно, все нормально. Сейчас будем свешивать и смотреть. Давайте стряхнем листики, собьем воду, сольем, посмотрим, как сидят. Пчелы в клубе. Причем сели хорошо, и мне это нравится. Крайней улочке пару пчел, и вот в этой нету, друзья, и в этой нету. Соответственно, одна лишняя. Ну, мне нравится, как сели. Мне очень нравится, как сели. Замечательно сели. И теперь будем свешивать. Так, сейчас мы свесим. Еще чуть-чуть надо. Тоже, наверное, будет много. А не, замечательно. Итак, друзья, значит, 31 400. Так, идем запишем. Значит, друзья, нам сегодняшнюю дату надо сделать. 20.10.31 400. Итого у нас получилось килограмм 300, и теперь за первый месяц съела килограмм 300. Обычно же получается, ну, более в зимние времена, получается около килограмма в месяц. Первый же месяц, исходя из третьего года замера, получается всегда около килограмм 300. Почему? Да потому что все равно есть еще лед, есть еще отход старой пчелы, есть еще, может, какой-то остатки расплода, есть какая-нибудь активность, что приводит, конечно, к этому показателю. Что, как можно заметить, систематически из года в год, ну, пока наблюдается. Так, друзья, все, пока на этом конец, будем продолжать и дальше анализировать. Остаемся на нашем канале, смотрим, подписываемся, ставим классы, кому нравится, дизлайки, все, всем пока-пока.